Наконец-то мы в Метеорах приехали. Такая вот красивая тут местность, очень масштабная, очень все. Наши туристы столкнулись только с первыми сложностями, с подъемом крутым. Самые упорные, они в тельняшках, поэтому им гораздо легче, чем нам. Мы вот туда вот наверх идем. Часть дороги идет вот такими ступеньками. Нужно подниматься. В конце вот такие вот очень крутые ступеньки уже непосредственно в скале самой. Да, виды открываются. Метеоры. Один из самых красивых тут монастырей скальных. Поднимаемся еще один монастырь на другую горку. Вот вход такой. И начинаем по бесконечным ступенькам подниматься наверх. Такие вот виды красивые отсюда открываются. Ну что, ты поднимаешься со мной еще? Так, ладно, пошел сам. Так, мы поднимаемся выше и выше. Очередной монастырь. Их мы сегодня должны просмотреть около 5 штук. Коля, ты не устал? Хорошо, отлично. Там наверху, судя по всему, будет красивая смотровая площадка. Вот мы туда попробуем подняться. Открывается. Это один из самых главных монастырей Метеоров. Мы сейчас пойдем к нему, это пока снимаем его, так сказать, внешний вид. И там внизу Каламбака, село, где мы сегодня будем ночевать.